Остановились на завтрак. Недавно пересекли границу Венгрии с Сербией. И вот мы уже в Сербии. С той же стороны дверь же открыть. Здесь остановились на заправке. Вот мы сегодня 14 июня 2013 года. О, Скворец, как Потеряевки. Заехали в Югославию. Приближаемся к Белграду. Но у нас на каждую страну, главные города, заранее написаны были таблички. Потому что когда фотографируешься, после смотришь и не знаешь, где это было. Но казалось, что на Белград то ли потеряли, то ли что. И вот Николай Павлович Кручина, у нас главный художник, вот он теперь все это готовит сейчас. Когда он напишет, тогда выйдет Югославия, Белград. Когда мы будем фотографироваться где, мы на грудь возьмем, и видно будет, где эта фотография. Что можно сказать об этой стране просто проездом? Абсолютная, разительная непохожесть на остальных по бедности. Подряд идут сразу дома от границы с Венгрией. Заброшенные окна, пустые глазницы. И хорошее видно строение строят. Да. И все как будто бы ничье. Мы понимаем, тут была война и прочее, но уже столько времени прошло, и, видимо, все еще эта угроза нависает. Но поля как-то засеяны, кукуруза растет, и тут не наши алтайские просторы. Если пшеница, там, ну, гектар может быть 25-30 гектар, кукуруза участок, но по-нашему это как огороды соседние. Мы вот по государствам едем, и примерно такое сравнение, как у нас по Алтайскому краю, из района в район. Примерно вот такое. И пространство, и расстояние, хотя они другие бывают. И никто не проверяет ничего нигде. Только на границе вот здесь с Венгрией и вот Югославией это первый раз была проверка. Проверка, ну, даже из кабины не выходишь. Посмотрели, там, показали им, что в кузове у нас все-таки кузов. Говорят, тут не часто российские-то машины. Это уж Николай сказал. Вот, ясное дело, они как на нас смотрят, и улыбаются, и приветствуют, и старались у них заправиться, хоть чем-то поддержать наших славян. Жалко, конечно, все это, но самое главное, я нигде не читал, что было исследование. Исследование на духовном уровне. За что? Святая Библия говорит, любое наказание от Бога, война, мор, болезни, это все милость Божия, любовь. Кого Бог говорит, люблю, того наказываю. И вот такого наказания здесь нигде в Европе, видимо, не было. Мы еще не знаем, дальше Албания, Хорватия проедем. Ну, не такое, видимо, там состояние это. Вот. Все же так растет. Сейчас зашел я там, как у нас тюки. Ну-ка. Югославия. Ну, курица, ну, лапой. Сейчас давай, ты Белград. Белград. Вот. И эти старые тюки огромным таким, ну, заскирдованы, видно, что уже несколько лет стоит, собачка привязанная, такая же конура, ну, все наше такое оно, никудышнее. Вот, людей не знаем, я еще ни с кем не разговаривал. Вот сейчас в Белград приедем, для нас главное — это библиотеки. Это самая долгосрочная программа. А там с кем уже придется побеседовать. Поэтому мы оставляем книги. По полному комплекту на всех не хватит. Впереди у нас еще до Испании, Португалии идти намечено. Потом пройти верхние, которые не захватили, там разные Нидерланды, всю Скандинавию, там 4 страны, и Прибалтика 3. Поэтому у нас есть маленькие такие, как сказать, комплекты. Трехтомник Нового Завета, нами изданный. Для Слова Божия нет уз, и две симфонии к истинному православию. Симфония на жития святых и симфония на неканонические книги. А 10 это там, где действительно, вот сейчас думаем, в Бухаресте, Белграде побыть. В Афинах, видимо, ничего там не потребуется, кроме малой, там уже разведали. Русские люди есть, видимо, немало, но в библиотеках они, говорят, не бывают. Пойдет?
Нормально? Еще бы не пойдет. Еще как пойдет. Пожалуйста, Николай, вот за это дело возьми на грудь себе это. Прими на грудь, чтобы сфотографироваться. Вот где мы находимся. Принял на грудь. Николай. Ну все, пока. Давайте, ребята, мы разложили здесь, чтобы позавтракать. Мы еще сегодня не завтракали. Вот у них такое все, столы. Мы за столом первый раз. Обычно мы палатку расстилаем, и нам удобно это. А собачку никуда не привязал, а татуя можно попортить. Он ногами скребет, он, собачка там лежит. Конечно, это ему как наказание, он недоволен. Ну что сделаешь? Это не наши русские степи. Мы пустим, где там в лесополосе он бегает, а мы занимаемся. Вот даже без видео. Так, все, мы готовимся.